за счет профилактических мер нам все-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации. Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, то есть вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди. И теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идет по всем направлениям, в том числе к концу этой, началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. С заражением и болезнью может столкнуться каждый. И очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов.